В Нургушском заповеднике сняли на видео бобра, запасающего еду. Видео было снято в феврале, но поделиться им сотрудники заповедника решили сейчас. На видео видно, как бобер берет ветки и носит их в свою нору. Как поясняют в заповеднике, на холодное время года эти животные создают запасы корма – ветки деревьев и кустарников. Их прячут ниже уровня воды, чтобы они не вмерзали в лед. Когда температура воздуха опускается ниже 20 градусов, бобры пробираются к своим кладовым через снежные тоннели. Если погода теплая, грызуны выходят кормиться на берег. В начале весны такие вылазки можно увидеть чаще.